Так, семейство, быстренько все встаем и идем на дачу. Срочно. Что? Прямо сейчас? Нет, блин, пойдем, когда ночь будет. Сейчас встаем и все идем. Нет, я не хочу. Вообще-то у меня дела. Так, хватит там ворчать. Собираемся быстро. Ах да, не идет только малая. Что? А она почему не идет? У нее ветрянка. Капец. Хорошо в деревне. Ох, завтра еще сюда придем. Ну уж нет. В следующий раз вы без меня пойдете. Так, малая, давай-ка иди-ка сюда ко мне. Лучше тебе выйти, потому что я болею и тебя заражу. Я знаю, я этого и добиваюсь, тупая. Давай быстро, покашляй на меня. Я могу только плюнуть тебе в лицо. Сейчас как дам. Хочешь денежку, купишь себе пюрешку или что вы там 7 лет своих едите. Зачем мне денежка? Мне все равно на улицу нельзя. Ладно, а что ты хочешь? Я хочу айфон. Хорошо, но только на неделю. Давай пожмем другу руки. Так, семейство, сейчас быстро едим и в огород. Слышь, малая, а где моя ветрянка? Я ничего не поняла. Бищух! А? Так она сразу не проявляется. А через сколько она проявляется? Она проявляется только через 2 недели.